Поприветствуем! Не сенбернар, не кавказец, а вот что-то среднее, красивое, умное и преданное животное. И в заключении, я так поняла, высыпает наш горох. Самая маленькая служебная собака. Цвергшнауцеры. Этим поголовьем гордится наш клуб. Оно у нас многочисленное, качественное. И очень хорошими хозяевами. Дружными. Собачка, которая не линяет, не воняет и охраняет. Вы видите, впереди это у нас молодежь. Впереди, посредине у нас заслуженные собаки. И сзади у нас собаки, первые предыдущие собаки, это перцовые. И в заключение идут черное серебро.